всегда как бы хочется сделать больше, тут ничего не сделаешь. Но как бы за то время, что у нас было, я считаю, что мы сделали все по максимуму. Очень хороший был спарринг. Сыграли, скажем так, завершающую фазу с очень приличным соперником, который, я думаю, в пятерке должен быть. Будем делать максимально возможное. Ребята поедут, будут играть. Там по итогу посмотрим, что мы наиграем. И к счастью, что все здоровы, нету никаких травм. Так что будем бороться.